Всем привет! Сегодня урок номер 8. Взято это вот отсюда. Поэтому не надо писать что-нибудь, если вам не нравится. Перешли и читайте, смотреть не надо. Тех же, кого устраивает это все, мои рассказни, те, пожалуйста, смотрите, лайкайте и комментируйте. Но лучше, если комментарии будут... чем кому-то полезным, если комментарии будут кому-то полезными. То есть я имею в виду, если у вас есть опыт при работе с SDL и опыт по конкретной теме, можете в комментарии еще что-то написать, может быть ссылку на свой проект, может быть на свое видео, а может быть просто в двух словах рассказать, что а можно еще вот это, то и другое. Вот. В этом уроке отрисовка геометрических каких-то фигур. Ну, в данном случае здесь просто будет заполненный прямоугольник, потом просто прямоугольник и линия. Вот и все. Но тут сложного ничего нету. Что у нас изменилось с предыдущим уроком? В принципе, ничего, кроме того, что просто добавилось вот это. Вот это. Что это добавилось? Смотрите, Render Red Fillet Quad. Это рисуется у нас закрашенный прямоугольник. В данном случае мы берем, делим ширину на 4, высоту на 4, ширину на 2, высоту на 2. Так, это непосредственно положение x, y, а это ширина и высота нашего прямоугольника. Дальше мы указываем цвет. С помощью, каким цветом нужно рисовать это все. И дальше мы вызываем функцию render fill. Fill это означает, что будет заполнен вот по этому рендереру, вот указатель, вот этот участок. Участок, то есть прямоугольную область, мы координаты x, y, ширину и высоту установили. Цвет для заполнения установили. Соответственно, эта функция будет рисовать в соответствии с указанным цветом и в соответствии с указанной областью. Давайте запустим. Ну, на фоне текстурки рисуется. Это нам не мешает. Вот, как вы видите, рисуется красный квадрат. Соответственно, здесь формат RGB. А вот это четвертый параметр... Давайте посмотрим, что он означает. Альфа. Альфа значение используется, чтобы... используйте... Короче, какой-то альфа-канал, фиг его знает. Сейчас не то, что фиг его знает, сейчас это к делу не относится. Вот мы рисуем R красный, GB, то есть green, blue по нулям. Есть. Теперь, чтобы нарисовать не заполненный многоугольник, а прямоугольник, мы используем вот эту функцию. То есть мы устанавливаем цвет в зеленый, red, green, вот, да. И не fill rect, а draw rect. То есть будет просто прямоугольник, то есть его периметр будет очерчен. Все, то есть внутри и снаружи ничего заполняться не будет. Как вы видите, вот зеленая линия. Дальше. Что тут еще? А тут еще вот рисуется линия. Давайте посмотрим. Она должна быть синяя. Вот синяя линия. Синяя линия, она рисуется синим. И для того, чтобы нарисовать линию, нам нужно просто изменить цвет. То есть это мы меняем цвет, а он применяется после вызова этой функции для какой-то из этих, там, drawRect, fillRect или drawLine. И здесь мы указываем координаты x. Дальше координата y. Дальше ширина этой линии, грубо говоря, координата x1 и y1. То есть вот это первая точка, а это вторая точка. Я думаю, вам это и так уже понятно. Вот. И здесь еще рисуется желтая линия. Желтая линия рисуется с помощью точек.
Только где она? А, вот она, вот она. Вот вы видите, вертикально, вот точечки, чик-чик-чик-чик-чик идут. Так, как это рисуется? Дело в том, что просто каждая точка рисуется через каждые 4 пикселя по Y. Поэтому получаются вот такие точечки. Мы, конечно же, если сделаем единичку, то у нас будет сплошная линия, но нарисованная с помощью отрисовки точки. То есть вот в цикле рисуются точки. Это, конечно же, быстрее. Но если вам надо что-нибудь типа круга нарисовать или еще что-нибудь, то используйте вот это. Ну и да, если кто не знал, вдруг, я думаю, вы это все знаете, система координат обычно, ну, классическая, то, что мы в школе учили, она вот такая. 0 и y растет сюда вверх, x сюда вправо. Здесь же левый верхний угол у нас 0,0. Вот здесь 0,0. И дальше x растет сюда, а y вниз. То есть x вправо, y вниз. То есть это система координат, которая используется для отрисовки вот геометрических, ну, фигур. Ну, как бы фигур здесь не особо много. Здесь прямоугольник, линия и точка. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.